Ула, телек свободный. Сейчас ютубчик смотреть будем. Как обычно, припел собачок, которого не звали. Какой вам еще ютубчик, голубчики? Я буду футбол смотреть. Эй, мы первые в очереди. В очереди психушку вы первые. О, только после тебя. Не понял. Ой, скорее бы любимый сериал начался. В эфире срочная новость. И внимание, внимание, надвигается зомби-апокалипсис. Это что еще за фантастика? Как переключить? Это что за хрень? Где футбол? Всем сохранять спокойствие. Всем быть спокойными. Теперь это настоящий зомбоящик. Все! Так, это вам не шутки. Надо готовиться. Мама, ты слышала? Папин анекдот про сосиску? Слышала. Все с тобой понятно. Вы слышали новости? Даже видели? Есть предложение, как спасаться будем? Как? Жопой об косяк, писькой об коленку, головой об стенку. Хороший план, я просто похлопаю. Саша, а чего мне сериал не показывает? Да погоди ты, не до сериала сейчас. Ванька, Андрюха, сбегайте за продуктами. Я никуда не пойду. И я, там зомби. Вы что хотите, с голода умереть? Нет, не хотим. Надо приготовить запасы. А то глисты от голода на меня обидятся и повылазит спросить, где еда. А оно мне надо? Не надо! Значит, купите молоко, макароны и яйца. Запомнили? Да! А я пока пойду ловушки для зомбаков расставлю. Мармелад, медвежонок, яблоки. Правильно запомнил. Вместо яблок ящерица в руки. Точняк! Я с вами пойду, а то страшно вас одних отпускать. Вы куда все? Мы в магазин, а папа от зомби защиту строить. Ха-ха-ха, как смешно. А что буду делать я? Как обычно. Нет! Папа, мы уже сходили в магаз. Походу, это не папа. Это зомбак. У меня уже штаны сывые. У меня тоже. Да тихо вы, услышит. Ну вот, услышал. Бежим. Подожди меня. Куда? Папа! Папа! Чего? Зомби! Зомби! Ух ты! Ёпрасоте! Только не по мне! Ну и страхолюдина! Это не зомбак, а чудовище! Такую страхолюдину я еще не видел! Ай, дайте чай пить с тортиком! А мама вообще в курсе, что у нас дома зомби? Откуда? Надеюсь, это был первый и последний зомбак! Эх, яблочко захотелось. Лучше не смотрите назад. В смысле? Ой, что-то и мне чаю захотелось. И мне. Да где их черти носят? Нам хана! Мама! Чего? Пиши завещание. Там зомби, закрывайте двери. Какие еще зомби? Зеленые, ёкалы-маны! Слушайте внимательно! Слушаем, Саша! Андрюха, Ванька! Есть такие! Вы держите центральный вход! Это рот или попа? Это центральная дверь у дома. Удержим, зомбаки тупые! Неизвестно, кто еще тупее, зомбаки или вы. А ты куда гулять засунул? Не твое дело! Мне потом его не предлагай. Папа, а мне куда? Ты держишь запасной вход. Понял? А я пойду охранять последние двери. Ясно. А что буду делать я? Как обычно. Я не поняла. Yeah.
Я понял! Я узнал, как можно уничтожить зомби! Слышите? Да не буду я этот огурец! Да ты понюхай! Папа! Чего? Говори быстрее! В книге написано, чтобы уничтожить зомби, нужно сделать антидот! И что нужно для этого антидота? Луковые цветы, кусок колбасы, моча кота и огурцы. Ну и мешанина получается. А тебя не волнует вопрос, где взять мочу кота? Так у кота. Браво! Подхожу к коту и говорю такой, ты не сыв в лоток, а посыв в баночку, да? Да, сидишь и ждешь, пока кот пипи захочет. А как ты хотел? Зомби уже у дверей! Всем срочно занять позиции! Они сейчас стекло разобьют! И тогда мы их отмудохаем! Ваши бластеры против зомби фигня! Сам ты фигня! Да! Вот если пульки от бластера махнуть в антидот, тогда это будет супер оружие! Давай антидот! Махнем! Макать ты пипиську в озеро будешь, а антидот еще нужно сделать! Так не делай! Я и пошел за луговыми цветами. Вот чтоб тебя зомбак за жопу укусил! Спасибо, для вас, кстати, есть задание. Какое? Нужен кусок колбасы и моча кота. А может, наша подойдет? Моча нужна от кота. Луговые цветы и огурцы беру на себя. Ладно, выходи. Мы тебя прикроем. Ага, надо как-то зомби от двери отогнать. Точняк! Красава, Андрюха! Ну и Блад! Туповат! Где там Данек? В жопе уголек! Вот он! Да тихо ты! Зомби его спалят! Ё-моё! Ой! Ну блин, молодец! Ай! Заслужил! Залазь в машину! В машину! Быстрее! Быстрее! На, выкуси, тупая зеленая голова! Красава! Красава! Да! Зеленый бегемот, у меня мозгов нет. Вы что раскисли? Да не теперь. Зомби! Как? Так, отставить слезы. Надо думать, что делать дальше. Даню жалко. Бедненький. Успокойтесь, это уже не Даня, а это опасный зомбак. А как его снова сделать Даней? Пока никак, нужен антидот. Точно, он говорил про антидот. Я вроде помню рецепт антидота. А ну-ка напомни. Нужен кусок сыла, какашка дебила. Я как и не хочу. Ой, а он походу хочет. Что вы несете? Даня говорил про луговые цветы, кусок колбасы, мочу кота и огурцы. А, точно. Гуля. Смотри.
Леха, перестань! Маша, тебе не стыдно? Чё, трусы видно? И не только! Ой! У нас сын зомбаком стал, а ты тут танцы устраиваешь! Да ты что? Да, посмотри в окно! Спасите его, пожалуйста! Мой сыночек! Мы отправляемся на поиски луговых цветов. Мы? Мы лучше останемся дома охранять! Верно, дома тоже нужна охрана. Как мило, зомби-апокалипсис, а ты мне хочешь цветочки подарить. Я понял, в кого ты такой тупой! Пошел ты! Маша, ты что, совсем? Что? Луговые цветы это для антидота, чтобы Даню вылечить. А, как жалко. Ничего удивительного! Андрюха, Ванька, для вас задание. Только не моча, только не моча. Пожалуйста. Вам нужно будет добыть мочу кота. Нет! Я смотрю, вы очень рады. Очень. А я пойду, пока луговые цветы найду. Если не вернусь через один час, значит я уже не человек. Кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис. У нас для котика сюрприз. Стой! Да блин! Надо заманить его колбасой. Колбаской? Ты чё, дула нормальной колбасой? Так у меня нормальная! Ты баклан из магазина! Услышал меня! Еще один! Фух, а это там что? Луговые цветы! Ёлы-палы, услышали! Котик! Работает! Пописывай нам баночку, пожалуйста! Давай! Попался няшный пирожочек! Пися! Мы тебе еще колбасы отрежем! Против такого приема даже кот не устоит! Не понял! Пись! А! Понял! Пись! Молодец, Куки, пошел! Ни баночки, ни писи, Куки! Не надо баночку! Молодец, котик, молодец! Сработало! Антидот почти готов! Еще нужны луговые цветы! Я нашел! Еле убежал от этих зомбаков. У нас есть все ингредиенты для антидота. Нужно приготовить коктейль. Маша! Чего, Саша? Из этих цветов? И этой баночки! Еще добавить туда нужно огурцов и колбасы. Получится антидот. Поняла. Готово, Саша. Ну что, пойдемте Даню спасать? Данек в жопе уголек снова будет человеком! Потерпи, Данек! Скоро ты опять будешь человеком! Сынок, сейчас ты снова будешь человеком! Папа, быстрее! Он уже очень близко! Все нормально! Превращайся уже обратно! Походу, не сработало! Ой, я огурец забыла положить! Я огурец забыла добавить! Мама, назад! Ты опоздала!
папа теперь тоже зомби! А кто в этом виноват? Я пальцем показывать не буду! Кто? Я? Ты, мама! Ты! Еще чего? Какое голе? Как трое? Раз, два, три. Неправда. Мы так и будем тут стоять? Ну да, а что? А может превратим папу и Даню в нормальных людей? Нужно добавить в антидот огурец! Чтобы он начал действовать. А, сейчас добавлю. Фу, рогонина! Готово, держите. Погоди, они тебя покусают. А может, через окно на них плеснуть? Гениально. А чем мы раньше до этого не додумались? Действительно. Привет, папа. Привет, Даня. Да брызгай уже. Да брызгай я, брызгай. Почему они не стают обратно человеками? Ну все тогда! Капец, это не работает! Сашенька, Танечка! Прощай, папа! Прощай, Даня! Опачки, ребята, я тут такое нашла! Пошли скорее! Что там? Смотрите, книга! Ты чего раньше книг не видела? Фу! Книга, как убить зомби! Опачки! Так бы сразу и сказала! Тут написан рецепт антидота! Который Даня сказал! Только он не работает! А тут так и написано! Да ладно! Ага! Он не работает на лесных зомби! А они еще разных видов бывают! Капец! Папа с Даней, походу, лесные зомби! Походу! А еще у них есть главный зомбарь! Ничего себе! Он считается королем зомби! Король зомби! Офигеть! И все остальные зомби подчиняются королю! Че, дурак что ли? А что? Тоже захотел зомбаком стать. Мне просто интересно, какой он? Страшный. Короля зомби охраняют лучшие зомбовойны. Зомбо-спецназовцы! Пускай занюхают мою беблу. То все окружающие его зомби тоже погибнут. А вот и единственная хорошая новость за сегодня. Вообще-то не единственная. Я еще покакал. Спасибо, спасибо. А что в этом хорошего? Облегчение. Спасибо, спасибо. Я не про это. Если король зомби погибнет, это значит что? Папа и Даня тоже погибнут. А я про что? Нужно срочно найти рецепт антидота. Мама, читай быстрее, может там антидот будет. Читаю, читаю. Так, вот. А ну-ка! Лесных зомби можно превратить обратно в людей благодаря специальному лекарству. Ура! Но если не прошло 24 часа с момента заражения. Вроде не прошло. Да где сам рецепт-то? Да, какие ингредиенты нужны? Вот, для антидота нужны белые одуванчики. Таких полным-полно. Лимон.
Есть! Я видел на кухне! И? Что и? Ну говори уже! Слюна зомби! Может, это не единственный рецепт? Единственный! А может, есть другой способ? Нету! Ну, а может? Не может, нужна слюна зомби! Пошли! У меня есть план! Ну, пойдем! Ну и что у тебя за план? Как слюну зомби добыть можно? Я не буду говорить! Почему? Сейчас увидишь! Эй, зомбаки! Ты что делаешь? Услышал? Эй, я здесь! Перестань, идиот! Быстрее, зеленоглазые идиоты! Я здесь! Они нас сейчас укусят, бежим! Не нас, а меня! Эй! Что? Ты что задумал, герой? Добыть слюну! Только донеси! Не правей! Одумайся, дурак! Отойди! Давай, давай сюда слюни! Заход переводай! Слюни! Слюни! Побежали! Побежали! Ваня! Держи! Держи! Беги, дурак! Беги! Андрюху покусали! Зомби! Зомби, мама! Зомби! Какой ужас! Мы с тобой вдвоем остались! Ну теперь у нас есть слюна зомби! Вы ее достали? Как? Попой в косяк! Головой в стенку! Ловко! Андрюхе спасибо! Давай, смешивай ингредиенты! Лимон есть, а одуванчики где? Я где? В поле! Сходишь? А может ты? А я мать, я приказываю тебе сходить! Блин, родная мама к зомбакам отправила! Надо чем-то его отвлечь! О, клюшка! Сработало! Зеленоголовый. Думай, думай, пустая голова. О, точно, спрячусь в голов. Он меня заметил, быстрее открывайся. Эй, малой, иди сюда. Я лучше в голов. Покусают тебя, дурень. Закрыто там, я проверял. Да у тебя говной воняет. А ты чё, в наш голос лазил? Ну, как хочешь. Ладно, ладно, погоди. Ты зачем вышел? Зомби кругом. У меня уже почти вся семья зомби стала. Соболезную, помянем. Мне нужны одуванчики для антидота, чтобы вся семья обратно стала человеками. А, отметим такую радость. Хватит тебе бухать, лучше помоги одуванчики соблать. Так на любой поляне найдешь. Ну тогда хотя бы отнеси зомбаков, а я пробилась к одуванчикам. Ну а по рукам? Да кто ты такой? Называй меня Валера, железный кулак. Офигеть! Твой путь теперь свободен. И за это надо выпить? Ха-ха-ха, быстро учишься, малой. А вот и одуванчики. А теперь делаем ноги домой. Мама, я достал одуванчик! А я уже думала, ты зомбак, успела обрадоваться. Не понял. Ой, шутка, давай сюда одуванчик. Yeah.
Мама, ну чё там? Всё, зелье от зомбаков готово. Пришло время спасать мир. Ваня, спаситель мира. Как звучит? Ваня, сын дебила. Это звучит лучше. Ты исполнила такой момент. Бери зелье и на выход. Зомбаков обратно в людей превращай. Ладно, ладно, иду я. Балабол, чтобы к обеду был дома. Я супчик приготовила. Хорошо. Ну вот мне опять одному целый мир спасать. Нифига у них там туса. Эй, мужики, до пельми подкиньте. Ну нет, так нет, настаивать не буду. Держи подачку. Походу работает. Ну давай, Данон. Я уже соскучился по твоим тупым шуткам, Данисимо. О, а вот и Батяня, 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 ком, бат. Ты был зомбак, а теперь челапак. Ну и кто молодец? Ванька молодец, удалой сорванец. Что? Эр, выговорил. Опачки, ты кто, мужик? Я Ванька. С тобой все хорошо. С тобой все хорошо. Да ты куда? Обиделся, что ли? Кто я? Где я? Данон, как я рад тебя видеть. Какое знакомое и противное лицо. Ты че, меня не узнаешь? О, ну и голос. Я начинаю жалеть, что тебя человеком сделал. Ты меня? Тебя зомбак укусил, а я тебя спас. Ты че, пьяный, какой еще зомбак? Зеленый, елковый манер. О, папаня. Моя башка, где я? А ты кто, мужик? А ты кто, щегол? Да я не помню, кто я. Вот и я не помню, кто я. Я Ванька. Да хоть встань-ка. Вот именно. Нам-то что? Ты мой батя вообще-то. Я вообще не помню, чтобы у меня был сын. Ты еще такой идиот. Чего? Да я вас спас, а вы еще и обзываетесь. Кого ты спас? От чего? А-а-а, как с вами трудно. Да с тобой трудно. Какие-то зомби, говорит, нас покусали. А ты вообще мой старший брат. Я? Ты? Тебя зовут Данилка. Ну, допустим. Данек. Возможно. Говорит, в попе уголек. А вот этого точно не было. Так, Андрюха. Андрюха говорит. Какой еще Андрюха? Братан, я чуть про тебя не забыл. А кто это? Потерпи, Андрюха. Малой, ты куда? Я сейчас, скоро буду. Блин, антидота только на одного Андрюху. Надеюсь, они не очнутся. Ой, это печально. А вот это уже катастрофа. Так, голова, думай, думай. Если я сейчас на трубку вылечу, его зомбаки снова покусают. Точно, батут! Заманю Андрюху на батут и там его вылечу. Эй, Андрюха! Иди ко мне, цыпа-цыпа, Андрюша! Надо в колье закрыть двери.
Ай, зомбаки тупые. Нюхайте бебру. Ладно, ладно, я пошутил. Ой, кто я? Где я? Андрюха, сколько лет, сколько зим. Ты кто? Да я, твой братан, твой ЛД, лучший друг. Что-то я не помню. Да вы все ничего не помните. Кто все? Все, кого зомби покусали и кого обратно зельем вылечили. Ого, вот эти зомби меня покусали. Ну да, кто-то из них. Сейчас я их сами скусаю. Стой, я тебя второй раз спасать не буду. Ладно, ладно. Че, ребята, проблемы? Кто это? Бомж Валера, помоги! Эй, зеленоголовые, вам че, прошлого раза не хватило? Смотри, как он их сейчас уделает! Смотрю! Поцелуй мою задницу! Он не бомж, он Рэмбо! Согласен! И бегите скорее домой! Почему? Там зомбак с короной, а его охраняют зомбаки с мечами! Это зомби-король! Бежим! Скорее спасать наших будем! А кого наших? А это кто? У нас тут же вопрос! Это Андрюха, мой братан, а это мой папа и мой старший брат Данька! Че-то я их вообще не помню! А мы тебя, думаешь, помним? Видимо, нет! Как же вам всем память-то вернуть? Действительно, как? Точно! Пошлите домой! Там мама! Чья? Афа! Твоя, моя. О, богу, не моя. Так это вообще твоя жена, Маша. Ой-ой, я еще женат. Да. Беда. Мама, встречай гостей. Здрасте. С возвращением, хорошие мои. Ё-моё, и этот крокодил моя жена? Я не поняла, Саша. Я? Ты сейчас пожалеешь, что на свет родился. Мама, они походу память потеряли. Как потеряли? Полностью. Мы вообще не помним, кто мы и что с нами было. Во дела. Может, в книге что-то написано про это? Погоди, а ты что стал Р выговаривать? Прикинь. Всевышний услышал мои молитвы, спасибо! А книга, где она? В комнате. После применения антидота, возможно, полная или частичная потеря памяти. Ничего себе! А чё, нас реально зомби покусали? Да, на моих глазах! Фу! Ну-ка, дай сюда книгу. Ну а? Память можно восстановить с помощью стресса. А какой стресс для тела, я ничего не понял. Так, а где Андрюха? Сидишь. Я так хочу кушать, что она бы съел. Ну, приятного. Спасибо. Если тело будет испытывать боль или холод, то память может вернуться. Ну, классно, тащите что-нибудь ледяное. А, пельмени подойдут? Идеально. О, пельмешки. Что там у тебя? Пельмени. Давай сюда. Они мороженые. Пофиг. Не-не-не, тебе хватит кушать. Жмотяра. Держи, папа. Не могу привыкнуть, что у меня дети есть. Еще и жена, давай прикладывай лед. Ну что, сработало? Саша! Папа! Батя! Отец! Я все вспомнил! Ну слава Богу! Ура! Сработало! Моя очередь, давай сюда пельмени. Вспомнил? Нифига! Блин, надо что-то другое! У нас же есть электрический массажер! Точно! Вы только маленькую мощность поставьте, а то он и говорить разучится. Аккуратнее!
нашел! Давай, оголяй спину! Сейчас ты все вспомнишь! Точно, сынок, точно! Точность убавь! А вот этой кнопкой? Ой! Другая кнопка! Я все вспомнил! Радость-то какая! Остался еще один непомнящий! Кто? Андрюха! Шприц ему в ухо! Вилкой в глаз или в жопу? Не понял! Выбирай, пельмени или шокер? Конечно, пельмени! Андрюша, вставай, поворачивайся спиной! А зачем? Сейчас узнаем! Ну чё, всё вспомнил? Я Андрей! Люблю жопу голубей! Вот это поворот! Меня зомбак покусал! Да, на моих глазах! Что там, Саша? Офигеть, у него корона! Это зомби-король! Рядом с ним еще зомбаки! А походу это его охрана? Офигеть! А куда они идут? А ты угадай! К нам домой! А двери, надеюсь, у нас закрыты? Мне кажется, нам всем пришел писец! Спокойно, без паники, всем закрыться в комнате и взять оружие в руки. Бегом! Жена-то моя где? Ёкалэмэнэ! Погоди, а где мама с папой? Они там остались! Там же сейчас родители покусают. Голова, думай. Я предлагаю выйти и дать зомбакам звездюлей! Ага, антидота у нас нет. Они нас просто там покусают, и мы опять станем зомбаками. Всё равно зомби надо! Я больше за ней не пойду! Ну вот, и к нам гости пришли. Мы сейчас навалим в штаны. Лучше свалим через окно. Молитесь, зеленоголовые. О, Маша, привет. Ты чё рычишь, Шрек в короне? Фу. Давайте быстрее! Паркур! Бежим! Куда? В Африку! Какую нафиг Африку? Проследим за зомбаками! А зачем? Будем знать, где у них база. В гости к ним сходим, чаек попьем! Ага, с тортиком из мозгов! А ну тихо! А как думаете, родители живы? Очень на это надеюсь. Я за них держал кулачки! Им, наверное, твои кулачки очень помогли. Конечно, помогло! А! Шрек, иди отсюда! Фу, уйди! Связали к зеленой головой. Короче, сидим тут и ждем, пока зомби обратно пойдут. Да так воняет! Извините, это салата! Пердун, ты целую тарелку сожрал! Тебе что, жалко? Тихо, кажется, идут. Шреки вонючие.
А у вас письки тоже зеленые? Живые! А почему их даже не покусали? Хороший вопрос. Король что-то задумал, это все не просто так. Почему они нас не покусали? Саша, я откуда знаю? Мы им нужны для чего-то. Для супа! Маша, а что, зомби ртом пердеть умеют? Саша! Так вот где у них база. Они беседку захватили! Во, козлы зеленые! В книге было написано, если уничтожить зомби-короля, то все остальные зомби тоже погибнут. Точно, я тоже слышал. Тогда давайте его прихлопнем! А как это сделать, подумал? У нас нет антидота. А пустым оружием его не убить. Блин, какой бессмертный засранец! Ой, наши дети, надеюсь, успели убежать. Зная, какой Данька трус, я в этом почти уверен. Точно. Бля, Андрюха! Ты чё так испугался-то? Не мешайте, я думаю. Здорово, молодежь! Да ё-моё, сколько можно пугать? Бомж Валера, здорово! Смотрите, что у меня есть! Мы не бухаем! Мы за ЗОЖ! Это слюна зомби! Опачки! Откуда у тебя ее столько? Успел собрать, пока замки в отключке были! Теперь королю зомби точно пришел! Писец! Погнали короля мочить! Ты что, хочешь его обоссать? Смотрите, чтобы он вас не обоссал! Я хочу его стереть! А ты что, ластик? Стереть с лица земли, ты достал! Просто плеснем на него антидот и делов-то! Тьфу. Ты куда, Валера? Антидот делать! Хватит языком болтать! Бля-бля-бля-бля-бля! Валера, а ты рецепт антидота знаешь? Конечно, а кто его не знает? Ну ладно. В трусах шоколадно. Иди еще салатика наверни. Ждем Валеру и идем. В жопу. В атаку. В сраку. Ой, я так волнуюсь за наших детей. Да не волнуйся ты, с ними Даня. Поэтому и волнуюсь. А давайте ловушки у беседки расставим. Давайте, а какие? Зомбаки больше всего любят. Мозги. Супер, не двигай головой. Ты чего хочешь? Мозги достать! В тебе ничего не изменится, не бойся! Тупая идея с ловушкой! Вот именно! Вот я хотя бы что-то придумываю! Ладно, ладно, прости, Андрюха, я просто очень нервничаю! Да я не обижаюсь, Данон, я же не девочка! Чем доказываешь? Что? Что ты не девочка! Да тебе в руку не влезет мое доказательство! О боже, дай мне силы терпения, пожалуйста, чтобы выдержать выходки этих поциков! Будешь? Конечно, а ты будешь? Не-не-не-не, спасибо, я на диете. Так, хватит, достали. С неба звезду. И засунули бабе в... Я сейчас вас придушу. Думали, что я рецепт антидота не знаю? За дебилы меня держат, что ли? Берем сначала укропу, потом кошачью жопу. Стакан слюней. Готово, пей. Надо подать знак родителям. А вопросительный или восклицательный? Знак зодиака. Я больше так не могу. Молитесь. Ой. Да он закипел. Ну все, готово. Считайте, что вам повезло. А он точно будет действовать? Обижаешь? Ну погнали зомбаков кошмарить. Посмотри на эти блинцу. А что там? Тихо ты, там Даня, пришли нас спасать. Ура, наконец-то! Все, все, молчу, молчу. Эй, зеленоголовый! Получай! Ой, походу перепутал рецепт. Поздравляю. Вот я почему-то так и думал. Ого. А что, так можно было, что ли? Ну
Ну что вы сидите? Ждете, пока король выйдет? Маша, делаем ноги! Рожаем хот-доги! Заходи быстрее! Мама, давай бегом! Да я бегать не умею! Андрюх, ускоряйся! Я стараюсь! А где Ванька? Хрен я вам открою! Нюхай свою зеленую бебру, зомбак! Надо что-то делать, дверь долго не выдержит. Что делать? Муравью писюн приделать, что делать? Гениально, если бы у меня был такой муравей, я бы и замуж не вышла. Вот как? Давайте это потом обсудите. Ой, я где-то биту про... Давай, вспоминай рецепт, пьяная ты голова. Три козявки, три какашки, две зеленых промокашки. Так, не этот. Да где там Валера со своим антидотом? Луговые цветы, кусок колбасы, пиписька козла и слюна кота? Тоже не то. Держи стул, это хоть ненамного замедлит зомбаков. Ага. У меня уже в руках силы не хватает. Валера, быстрее! Точно вспомнил! Луговые цветы, огурец, слюна зомбака. А, и колбаса, чуть не забыл. Ну все, вроде готово. Дверь не выдержит, надо уходить. Бегите, я их отвлеку. Без тебя мы не пойдем. Говори за себя. Да загнется твой конец. Он импотент! У зомби короля! Нет хрена! Тра-ля-ля! Ну что, зеленоголовый, давай второй раунд! Никак не могу научиться различать ваш пердеж! Блин, окрошка ты зеленая! У меня уже голова болит с тобой драться! Все, больше не могу. Вот и мне пришел конец. А кто смотрит? Молодец! Валера, как ты вовремя? Я всегда вовремя. А ты сделал антидот? Конечно. Королю придет. Звездец. А ты на этого тоже брызни! Брызну! О, Господи, прости нас грешных! Каюсь во всех своих грехах! Тетя Маша, рано вы умирать собрались! Лучше поздно, чем никогда! Ой, наоборот! Ничего не понял, но очень интересно. Давай как мужик с мужиком, раз на раз, один на один, не трогай мою семью. Ну, походу, все. Приехали. Добрый вечер. Я диспетчер.
что, испугались? Как вы вовремя, мужики! Я уже думал, все, хана нам всем. А что будет с другими зомби? Ну, их король мертв, значит им осталось недолго. Открывайте, это мы. Кто мы? Зомбаки? Ты дурак, что ли? Зомбаки не разговаривают. Боятся. Давай, открывай. О, а где зомби? Они все кончились. Ой, спасибо тебе, ты услышал меня. Кто? Люстре спасибо. Скажите Валере спасибо, это он нас спас. Спасибо тебе, Валера, хороший ты мужик. Спасибо вам. Пожалуйста. Валера как бомж, как вонючий морж. Андрей, полная жопа сухарей, имей совесть. А что я? Он нам всем жизнь спас, а ты еще обзываться вздумал. Да перестаньте вы, я сейчас разревусь. Что случилось? Мне спасибо, никто никогда не говорил в жизни. Бедненький, пойдем с нами чай пить. И на чай никто никогда не приглашал. Да соберись ты уже, мужик. Ну что, вот и подошел к концу наш первый сериал «Зомби-вирус». Спасибо всем, кто его смотрел. Обязательно пиши свое мнение, комментарий. Я буду очень рад. Обязательно ставь лайк. И жми на колокольчик. Ну а если вдруг не подписан, то обязательно подпишись. До встречи в новом видео.